хорошо. Тогда садимся поудобнее, да? Так, чтобы у нас спина была ровная. Ноги касались пола, не перекрещиваем руки, ноги. Спина, чтобы у вас имела опору. Делаем глубокий вдох. Выдох. И снова делаем глубокий вдох через нос. Выдох через рот. Находим точку перед собой. И смотрим сквозь нее. При этом расфокусируем наше зрение максимально по горизонту, максимально вверх-вниз. Делаем спокойный вдох через нос. И выдох через открытый рот, выдыхаем все напряжение. И задерживаем дыхание. Держим максимально. И потом вдыхаем через нос. Точку внимания нашего сознания переносим над нашей головой сантиметров на 10-12. Называемая точка Бога. И задерживаем дыхание. Держим максимально, сколько можем. Внимание сосредотачиваем именно на задержке дыхания. Выдыхаем через рот. Переносим наше внимание и сознание перед собой, как бы раздвигая пространство впереди себя. Задержка дыхания. Потом делаем вдох. Дыхание задерживаем, насколько вам комфортно. Делаем вдох через нос. Внимание и сознание переносим снова над головой. И задержка дыхания. Внимание на задержке дыхания. Еще раз выдох. И задержка дыхания, внимание перед собой. И делаем еще раз вдох. Через нос переносим наше внимание, сознание над собой. И задержка дыхания. Делаем выдох и закрываем наши глаза. Продолжаем спокойно дышать. Если вы делаете правильно, у вас дыхание немножечко сбивается из-за того, что вы задерживаете дыхание. Восстанавливаем дыхание, стараемся дышать через вдох нос, выдох через рот. Полностью расслабляем наше тело.
Если есть возможность, вы можете даже прилечь. Продолжаем дышать и переносим наше внимание внутрь себя. Внутренние глаза открыты. Мы просматриваем свое тело и продолжаем дышать, расслабляя с каждым выдохом свое тело. На вдохе проговариваем «Я», на выдохе «Есмь». На вдохе «Я». На выдохе «Здесь». На вдохе «Я». Полностью расслаблен, расслаблена. Продолжаем дышать и расслабляться. Рассматриваем свое тело внутренним зрением от кончиков пальцев ног до макушки головы, до кончиков пальцев рук. Тело полностью расслаблено. И вы осознаете границы вашего тела. Вы чувствуете, как ваше тело соприкасается с воздухом или с одеждой. Вы чувствуете полностью границы вашего тела. Осознайте объем вашего тела. И сейчас мы делаем вдох и расширяемся до размеров 2-3 раза больше, чем ваше тело. И на выдохе растворяем границы своего тела, заполняем своей энергией полностью эту сферу. Вы сейчас эта сфера. Осознайте себя, осознайте свои размеры, почувствуйте границы этой сферы, поисследуйте ее. И сейчас делаем вдох и расширяемся до размеров помещения, в котором мы находимся. И вы сейчас полностью заполняете пространство этого помещения. Вы чувствуете все, что находится в этом помещении. Каждый предмет, каждый уголок. Вы чувствуете температуру этого помещения. Температуру стен, окон, растений, всего, что находится в вашем помещении. Вы одномоментно находитесь в этом помещении. Вся ваша энергия сейчас заполняет это помещение. Вы одномоментно находитесь в каждой точке пространства этого объема. И сейчас сделаем вдох. И на выдохе расширяемся до размеров здания, в котором вы находитесь. И просто живу в частном доме и сразу охватываю всю территорию, на которой нахожусь. Поэтому, если у вас частный дом, вы можете охватить территорию вашего участка. И одномоментно заполняете все пространство этой территории.
Почувствуйте границы этого объема. Почувствуйте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. Делаем вдох и увеличиваемся до размера улицы, на которой мы находимся. Почувствуйте границы этого пространства. Почувствуйте все, что там находится. Осознайте границы этого объема, этой территории. И осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. Ваша энергия заполняет полностью эту территорию. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров города или области, в которой вы находитесь. Почувствуйте границы, осознайте их. Вы одномоментно находитесь в каждой точке этого объема. Ваша энергия находится в каждой точке этого пространства. Ваше сознание заполняет весь этот объем. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров страны, в которой мы находимся. Осознайте границы этой территории. Почувствуйте объем этого пространства. И осознайте, что вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. Делаем вдох. И увеличиваемся до размеров континента, в котором мы находимся. Почувствуйте эту широту. Почувствуйте, как вы расширяетесь с каждым вдохом и выдохом все больше и больше. И ваша энергия заполняет каждую точку этого континента. Вы одномоментно находитесь в каждой точке этого пространства. В каждой речке, в каждом дереве, в каждом живом существе находится ваша энергия, находится ваше сознание, находится ваша частичка. Делаем вдох, и вы уже планета Земля. Почувствуйте ваши огромное-огромное пространство. Ваша энергия усиливается. Вот целая планета, планета Земля. Вы находитесь одномоментно в каждой точке планеты, в каждой капле моря, в каждом грамме земли, в каждом листочке. В каждом живом существе вы одномоментно находитесь везде. Вы та капля в море, та частичка мироздания, которая знает все.
о море, о мироздании, о каждом, кто находится в этом пространстве. Делаем вдох и увеличиваемся до размеров Вселенной. Вот целая Вселенная. Вы одномоментно находитесь в каждой точке Вселенной, в каждой точке мироздания. Почувствуйте свою мощь, почувствуйте свое великолепие, насколько вы прекрасны. Вы и есть целая Вселенная. Вы та энергия, которая все творит. Вы та энергия, которая все любит. Вы та энергия, которая все создает и наполняет. Увидьте планету Земля. Возьмите ее в свои ладошки. Почувствуйте, как из вашего сердечного пространства через ваши ладошки течет энергия любви, безусловной любви Творца. Течет энергия творения, энергия созидания, энергия, которая создает все, что есть на планете Земля. И вы, как заботливый родитель, наполняете свое творение этой энергией. Увидьте, как планета Земля наполняется энергиями безусловной любви, идущей из вашего сердца, из сердца планеты, из сердца Вселенной, из сердца Творца. Вы Творец. Почувствуйте, как планета наполняется этой энергией, как она начинает светиться. Она в ваших руках чувствует свою полную защищенность. И сейчас делаем глубокий вдох. И на выдохе возвращаемся в планету Земля. И вы теперь уже планета Земля. Почувствуйте, что вы находитесь в ладошках Творца. И вас наполняет энергия безусловной любви. Энергия творения, созидания. Почувствуйте, как вас окутывает эта энергия, и вы чувствуете себя полностью защищенной. Потому что рядом с вами любящие родители. Те, кто вас сотворил. Делаем вдох. И уменьшаемся до размеров континента. Увидьте, осознайте, почувствуйте, как вся энергия со всей Вселенной, со всей планеты Земля стекает на этот континент и заполняет каждую точку этого пространства, наполняя ваш энергетический потенциал этими энергиями. И вы принимаете эту энергию с любовью и благодарностью к Творцу. Увидьте в этом объеме, что все-все наполняется энергиями безусловной любви. Как каждая точка этого пространства начинает светиться. И все темные, негативные энергии растворяются в безусловной любви. Делаем вдох. И на выдохе уменьшаемся до размеров своей страны.
почувствуйте, увидите, как все энергии, принадлежащие вам, заполняют каждую точку этого объема, каждую точку этого пространства. И если где-то увидите темноту, направьте туда свое внимание, направьте туда свою любовь, направьте туда ту энергию, которую вы сейчас получаете от Творца со всей Вселенной. Делаем вдох и уменьшаемся до размера города, в котором мы находимся, или области. Осознайте границы этого объема, почувствуйте, как энергии уплотняются. И вы начинаете уже чувствовать их на физическом уровне. Увидите, как это пространство наполняется теми энергиями любви, творения, созидания, теми энергиями, которые вы хотите, чтобы присутствовали в вашей жизни. Они заполняют это пространство. Делаем вдох и уменьшаемся до размера улицы, на которой мы находимся. Почувствуйте, как эти энергии нежно и мягко стекают в этот объем и заполняют каждую точку этого пространства. Вы и есть эта улица, и ваши энергии заполняют все, что находится на ней. Делаем вдох и уменьшаемся до размеров здания или вашего участка, если вы в частном доме живете. И видите, как ваша энергия заполняется все пространство, весь объем, вся территория вашего здания, участка. Энергии еще больше уплотняются, и вы ощущаете их уже. Делаем вдох и уменьшаемся до размера помещения, в котором мы находимся. Увидьте, как вы заполняете собой все ваше помещение энергиями безусловной любви, энергиями творения, созидания. Делаем вдох. Уменьшаемся до размеров сферы. Энергии становятся еще плотнее. Вы их начинаете уже чувствовать. Вы начинаете чувствовать жар. Начинаете чувствовать, как эти энергии проходят сквозь вас и наполняют каждую точку этого пространства, этого объема. Энергии приобретают уже форму. Делаем вдох и уменьшаемся, возвращаемся до размера своего физического тела. Вы возвращаетесь к себе. Каждая точка вашего тела наполняется этими энергиями. Вы теперь все знаете о всех. Вы наполнены. Наполнены любовью, энергией творения, созидания. Ваше тело очищается от негативных энергий, давая место высоковибрационным энергиям любви, безусловной любви, энергией творения, созидания, мира, гармонии. Все это одномоментно находится у вас. Делаем вдох и распределяем эту энергию равномерно по своему телу. Просмотрите все свое тело, куда бы вы хотели направить еще это внимание.
эту энергию. Там, где наше внимание, там наша энергия. Направляем туда лучик нашего внимания и заполняем то пространство в своем физическом теле, которое нуждается в вашей любви, в вашей энергии. И почувствуйте, как там происходит исцеление, наполнение энергиями. Как все темное растворяется. Пошевелите пальчиками рук, ног. Поверните голову направо, налево, вперед, назад. Делайте вдох, открывайте глазки, поморгайте. Посмотрите направо, налево, вверх, вниз. Повращайте глазками назад, вперед. Почувствуйте свое тело. Вернитесь в него. Потому что сейчас вы полностью наполнены. Сейчас вы можете идти в сегодняшний день и начинать его красиво. Сделайте вдох-выдох и осознайте, что вы здесь и сейчас. И мы с вами сделали расфокусировку и расширение. Для чего это надо? Для того, чтобы немножко расфокусировать свое внимание на том, что мы чаще всего в себе держим. И осознать то, что мы всю информацию, которая нам нужна, она есть у нас. Состояние расфокусировки позволяет находиться в пространстве, не сосредотачиваясь на чем-то негативном. То есть вы постоянно находитесь в состоянии спокойствия. Чем больше вы расфокусированы, тем лучше. Но я хочу вам сегодня рассказать о фокусировке. Расфокусировка – это, конечно, очень хорошо. Это позволяет нам находиться в состоянии равновесия, не впрягаться, скажем, не втягиваться в какие-то события, которые могут нас вводить в энергию низкой вибрации, там, страдания, горя. А фокусировка – это выстраивание новой нейронной связи. Это визуализация, да, выстраивание нового образа. И обязательно его фиксация. Фокусировка нужна после того, как вы что-то прорабатываете. Ну, например, вы работаете с какими-то негативными установками, страхами, чувством вины, чувством обиды, какие-то вы проживаете сценарии, которые негативно на вас сказываются. И когда вы это проработали, вы разрушили ту нейронную связь, которая держала фокус внимания на этом. Да? То есть та поломка, которая была, она ушла. Но чтобы выстроить новую нейронную связь, чтобы мозг понимал, что куда вам двигаться и что делать, нужна фокусировка. Фокусировка – это положительное, да? Положительное событие, положительная какая-то картинка, которую вы хотите, чтобы в вашей жизни произошло. Фокусировку хорошо делать с водичкой. Да? Вот вы сделали себе картинку, осознали, что вы хотите в своей жизни. Ну, допустим, если у вас плохие отношения с детьми, с вашей второй половинкой, с родителями, вы отработали какую-то обиду, вы убрали из своего подсознания ту негативную энергию, которая, ну, тянет вас назад. Кстати, вина и обида и лояльность сливают всю энергию. И энергию денег, и энергию отношений. Все сливает, и вы обнуляетесь. Вы возвращаетесь назад. А когда вы прорабатываете, убираете эти негативные энергии, убираете тот опыт, который вы приняли, какое-то решение, что, допустим, мама у меня плохая, да? Или там у меня муж какой-то непонятный. Эта даже установка может быть не ваша. Она может прийти к вам от рода. И если вы это убрали, какие вы хотите отношения? Допустим, я хочу счастливые отношения, чтобы там с мужем мы понимали друг друга,
чтобы у нас там было то-то и то-то. Берете стаканчик водички, представляете эту картинку, да, перед собой. Пьете глоточек воды. Крутите где-то в своей голове вот эту визуализацию, да, концентрируйте на ней свое внимание. Берете глоток воды и 20 секунд удерживаете его в себе, этот глоточек, фокусируя это все, и потом глотаете, да, вы как бы заякоряете этот образ, эту новую нейронную связь у себя в мозгу, потому что мозг – это наш компьютер. Он работает по той программе, которую мы его записываем. И мы, может, даже уже не хотим эту программу делать, да? Но ему привычно это делать, и он это делает. И если вы не уберете негативную установку, которая была, и не сделаете новую, то ничего в вашей жизни не поменяется. Если вы будете делать просто фокусировки, это будет тоже работать, но будет работать слабо. Потому что новая нейронная связь очень хорошо делает перемены и результаты, когда убрана та нейронная связь, которая нас тянет назад, которая забирает нашу энергию. Это вина, это обида, все негативные энергии, которые сливают наш энергетический потенциал. Это понятно? Если вам это полезно, включите, пожалуйста, микрофончик и скажите: да, мне это полезно, это было классно. Давайте с вами дайте какую-то обратную связь вам, мне. Здравствуйте, Оксана. Да, очень полезно, очень-очень. Да. Да, конечно, очень полезно и очень своевременно. Спасибо, да, Оксана. Да. Хорошо. Это супер полезно. Угу. Ну, это хорошо, потому что когда даете обратную связь, я понимаю, что я не просто так тут рассказываю, не просто так здесь разговариваю, а меня никто не слышит. Это классно, что вы слышите, и классно, что для вас полезно. Хорошо. Есть предложение такое, если у кого-то есть желание, да, сделать диагностику, вы не стесняйтесь, потому что если вы будете стесняться, так и останетесь без диагностики. А если вы проявите себя, да, нужно уметь проявлять себя, выходить из зоны комфорта и двигаться туда, куда вы хотите. Мы можем сделать с вами практику, потом сделать диагностики. А можем сделать диагностики, а потом сделать практику. Если есть прямо сейчас жил, говорите. Я хочу диагностику, если можно. Да, конечно, давайте сделаем вам диагностику. Это кто у нас? Аня. Аня, хорошо. Все, тогда всем пока. До свидания. До встречи. Благодарю. До свидания. Благодарю вас. До свидания.